Глава администрации Уфы Ирик Елалов в прямом эфире в одной из социальных сетей ответил на массовую критику горожан о плохой уборке города зимой и рассказал о том, что будет сделано, чтобы снежный коллапс не повторился в следующем году. В этом году была снежная зима, хотя я считаю, она была зима обычная. Аналогичные зимы у нас были в 2007-2001 году. Все вопрос в деньгах упирается. На самом деле эту проблему решить можно. Просто мы должны на общественных слушаниях по бюджету, когда мы утверждаем вместе с вами бюджет, мы должны решить, да, давайте потратим деньги в 2017 году на вывозку снега. На сегодняшний день, к сожалению, финансовых возможностей, чтобы массово вывозить снег с города, нету. И их нету ни у одного города Российской Федерации, кроме Москвы. И для того, чтобы сравнить, надо просто съездить. Ну, съездите в Екатеринбург, там, в Казань, в Пермь, в Самару, в Челябинск. Проблемы везде одни и те же. Первое, что мы договорились, нас поддержал глава республики, и нам будет оказана финансовая поддержка в приобретении более 200 единиц техники, которая будет заниматься зимним содержанием города. Практически половину техники приобретаем, которая у нас будет. Проведем масштабную работу, которую начали уже проводить с собственниками земли, площадей, территории, арендаторами. В эти снегопады не сработали все мы вместе.